Вот. Добрый день еще раз, да. Сегодня мы поговорим более подробно о комплексах, которые предоставляет компания Beverly Believer. Вчера многие были на наших презентациях, и в которых вы услышали некоторые моменты, услышали эффективность комплексов, да, какие получают люди. Вот. И сегодня мы разберем более подробно, о каждом комплексе с вами поговорим. И я думаю, что после этой встречи вы для себя выберете, с какой программы вам лучше начать. Либо я думаю, что напишите в чат, давайте будем с вами общаться, потому что у меня звук выключен для всех, чтобы мы не мешали друг друга. Вот, поэтому я могу увидеть вас в чате. Давайте напишите в чат, с какой целью вы сейчас зашли на вебинар, да? Какая у вас задача предстоит, что вас больше интересует, для кого вы сейчас хотите приобрести программу оздоровительную, да? На какую программу вы хотите больше сделать акцент, вот, какое сочетание программ вас интересует, да? Поэтому в этом чате я буду просматривать, с какой целью, да, посмотрю нашу аудиторию, напишите, кто врачи, есть ли в нашей аудитории медработники, да, потому что сейчас в компанию Beverly приходит все больше и больше именно уже профессионалов именно медицины, да, традиционной, нетрадиционной, восточной медицины. Это очень радует, вот, потому что на самом деле японская медицина, японские биологически активные добавки, они на уровень выше, а самые лучшие БАДы по качеству, да, именно это японские. И первая и самая топовая страна по использованию, по употреблению, по изготовлению лучших биологически активных добавок является также Япония. Но еще что хочу сказать о Японии, что она сделала фурор в сфере оздоровления. Нам есть с кого брать пример, да, и именно поэтому мы сотрудничаем с Японией и берем у них эти же программы оздоровительные, которые они использовали на протяжении 50 лет, которая была нация на грани вымирания, и на госпрограмме 50 лет жители Японии были обязаны употреблять биологически активные добавки, кто не употреблял, даже не принимался на работу. Вот в таком очень серьезном была введена эта программа оздоровительная, и благодаря этой программе каждый житель Японии уже поколение из поколения, для них это норма с утра, в течение дня употреблять дополнительные источники питания, да, в виде биологически активных добавок, которые сконцентрировано, вложено все самое необходимое, суточная потребность, чтобы не было дефицитов, не было каких-либо нарушений, да, потому что физически человек не сможет съесть и же, ну, как бы суточную норму всех необходимых нутриентов, да, вот, и поэтому созданы специальные биологически активные добавки. Осознанный человек, кто думает о своем здоровье, кто занимается профилактической медициной, они уже давно употребляют биологически активные добавки, и мы увидели это в пандемии, именно те люди сильно болели и, к сожалению, некоторые даже умирали, именно те люди, кто не профилактировал свое здоровье, кто не употреблял ничего, да, вот, кто не следил за своим здоровьем, а те, кто употребляли БАДы, кто уделял внимание на свое питание, на свой образ жизни, на свое мышление, да, они легко перенесли, кто-то даже был бессимптомники коронавируса, вот, и вот что мы переняли у японцев. Первое, что подарила нам Япония, это наш активный коралловый кальций. Этот комплекс, на который, на первый взгляд, вы подумаете, если гости присутствуют на вебинаре, вы подумаете, снова кальций, да, потому что кальция на самом деле очень много на рынке. Даже в аптеке, если взять, там целая полка выделена только под один минерал, кальциевый. Комплексы различных фирм, различного состава, различного происхождения, да, и вот этот комплекс, наш активный коралловый кальций, он заменяет, он не только заменяет, он преобладает, он является самым лучшим по усвоению, самым лучшим по составу и самым лучшим по своему эффекту.
Вот, поэтому давайте рассмотрим, почему именно Шисейда дала именно этот продукт нам, и этот продукт прославил нашу компанию. Во-первых, он изготовлен из древнейших кораллов, которым 50 тысяч лет. И за это время все морские минералы, да, вот, находятся также на этих кораллах. И поэтому уникальный его состав, что как в одной таблеточке актинового коралла кальция содержатся самые нужные и необходимые морские минералы, около 60 компонентов. И откуда нам нужны, зачем нам нужны 60 минералов? На самом ли деле нам нужны 60 минералов, да? Вообще вот ученые доказали, что наша лимфа и морская вода, да, идентичны по составу. И уже доказана формула, что ежесуточно человеку требуется 60 минералов, да? Вот все оттуда и вокруг крутится. И если смотреть по дефицитам, многие сейчас приходят к этому факту, что именно из-за нехватки, из-за недостатка минералов, тех или иных минералов, происходят хронические заболевания. Вот. Особенно если это заболевание, состояние не острое, такие как вирус, грипп, либо там какие-то воспалительные процессы, да, а именно хронические состояния, то задумайтесь, если хроническое состояние, то нужно обратиться, что вам не хватает, какие процессы у вас нарушены, какие процессы вам нужно восстановить. Именно путем закрытия дефицитов минералов вы можете более 150 заболеваний улучшить, то есть снизить и улучшить свое самочувствие. И вот если взять кальций, который даже в утробе матери, кальций передается, да, яйцеклетке через мужской сперматозоид. Именно благодаря кальцию начинает биться сердце. Жизнь возникает благодаря кальцию. И по сути, да, кальций считается как бы вторым значимым таким элементом после кислорода в жизнедеятельности организма. И вот при нехватке кальция у нас возникает остеопороз, переломы костной системы, как сказать, кости становятся хрупкими, да, вот, и сейчас переломы костей очень омолодились, и даже у детишек сейчас ломаются косточки, поэтому так, вот, и это на самом деле это заболевание века считается остеопороз, и считается остеопороз неизлечимым заболеванием. Потому что костная система и суставная система – это те системы, которые очень долго восстанавливаются. И чтобы восстановить костную структуру, восстановить ее нужным количеством кальция, да, коллагена и так далее, чтобы она укрепилась и приобрела снова прочность, нужны годы. И тем кальцием, который у нас был на рынке, к сожалению, этого сделать было невозможно. И поэтому считается, что остеопороз, ну, неизлечимое заболевание. И благодаря тому, что на рынок появился активный коралловый кальций с высоким усвоением до 97%, наши пациенты могут употреблять активный коралловый кальций в течение года, 2 лет, периодически, постоянно, да? И мы видим по денситометрии, по МРТ мы видим, как восстанавливаются различные отделы позвоночника, как мы видим, как восстанавливается остеопороз челюсти у стоматологов, да, они замечают улучшение у своих пациентов, у клиентов. То есть у нас везде есть доказательная база, за 6 лет мы ведем своих клиентов, мы видим их улучшение, это очень радует. Помимо остеопороза, в результате снижения кальция у нас возникает анемия, снижение кровотворной деятельности в организме, вот, повышается кислотность в организме, потому что кальций – это щелочной минерал. Вот, и сам кальций, он участвует не только в сокращении мышц, всех мышц, начиная от сердца, заканчивая морганием глаз, да, нашего века. И также кальций именно передает нервные импульсы, да, по нервным клеточкам, и именно он ускоряет умственную способность, реакцию человека, да, и ускоряет ферментативные реакции. И на самом деле от наших минералов зависит выработка гормонов, ферментов и более 400 химических реакций в организме.
Вот такой очень важный минерал кальций. И хочу отметить, что кальций – это тоже константа в организме. 1% кальция всегда должно присутствовать в нашей крови. Вот. И даже несмотря на то, что у вас будет проблема с остеопорозом, либо вы себя будете плохо чувствовать, и его вам будет не хватать, организм будет все равно вымывать из ваших костей кальций для того, чтобы билось сердце. Поэтому необходимо, кальций не вырабатывается в нашем организме. Кальций нужно употреблять извне. Если мы через продукты питания недополучаем, либо продукты питания сейчас не очень качественные, да, там нету живого кальция, то необходимо его употреблять извне. И вот, и поэтому Шосейт разработала формулу, которая дает нам право назвать его одним из лучших по усвоению. Есть различные виды кальция, да, глюконаты, фосфаты, лактаты, животного происхождения, растительного происхождения, но именно из самих кораллов усвоение кальция самого идет на 40%. Если рассмотреть саму формулу активного кораллокальция от Шоссе до Фармасетикал, то усвоение достигается 97%, потому что сюда добавлен был диоксид кремния, стеарат кальция, 60 минералов, да, и витамин D. То есть они японцы в эту формулу вложили все необходимые ингредиенты, необходимые технологии для того, чтобы добиться такого высокого усвоения. Именно поэтому он считается безопасным продуктом. Он не кальцинирует сосуды, да, он не образует камни. У него наоборот, когда кто начинает принимать этот продукт, он сразу вы почувствуете мочегонное действие, потому что лимфа начинает очищаться, идет очень хорошая чистка от шлаков и токсинов, и вы увидите, как вымывается у вас песочек и дробятся камни. Вот. Имеет щелочные свойства. Поэтому не только приостанавливает процесс закисления организма и старения, да, но и поднимается иммунитет и выводятся все хронические застои с наших сред, да, вот с костной системы, со слизистых, да, идет вымывание, очищение. И то, что 60 минералов, вы можете посмотреть на этой таблице, какие минералы содержатся в активном коралловом кальции. Вот. И помимо минералов, японцы доказали, что для кальция, для усвоения самого кальция, многие, наверное, знаете, да, что нужен обязательно магний. Многие даже знают, что нужен витамин D. Я очень рада, что у нас аудитория и вообще сейчас население стало образованным. Очень много мы читаем, очень много информации на интернет-пространстве. И поэтому многие уже знают, да, какое что лучше. Вот. Еще хочу сказать, что это все компоненты натуральные, природные. Именно поэтому усвоение минералов идет на высшем уровне, на высоком уровне. И японцы доказали, что помимо магния и витамина D, необходимо для усвоения и усиления кальция нужен кремний. Вот. Магний, калий, цинк, железо, фосфор, хром и медь. Да, это вот эти компоненты, которые необходимы для, опять же, еще большего усвоения. И хочу отметить, что были клинические испытания в Японии, которые доказали, что коралловый кальций применяется, можно применять при лечении более 150 заболеваний, да, и что его лечение, что его лечебные свойства усиливаются из-за совокупности 60 видов морских минералов. То, что он такой богатый по составу. И на самом деле упрощает вам жизнь. Вы не будете употреблять несколько таблеток. Представляете, вы бы употребляли отдельно магний, отдельно йодомарин, отдельно бы селен, отдельно бы покупали бы цинк. Это на самом деле было бы проблематично. И многие минералы создаются искусственно. Да, на искусственной основе. И, к сожалению, они таким видом меньше усваиваются в организме. Вот. И стопроцентные результаты, которые вы можете гарантировать себе, своей семье и своим клиентам, кто к вам придет за советом, да, это улучшение состояния костей и зубов. Это 100% работает, особенно хорошо видно на детках, укрепляющее воздействие на организм при лечении остеопороза, любых проблем по костно-сустановой системе. Сюда относятся различные артриты, коксартрозы, ревматоидные артриты, подагра и все, что связано с нашими
костями и суставами. Укрепляющее воздействие на организм при лечении заболеваний, как повышенное давление, гипертония, да, гиперлипидемия при нарушении обмена, укрепляющее воздействие на лечение сахарного диабета. Очень хорошее воздействие и омоложение, восстановление идет поджелудочной железы, у таких органов, как сердце, печени, щитовидной железы. Вот. Очень много эндокринологов пришло в нашу компанию, потому что удивились, как идет восстановление не только выработки необходимого уровня щитовидных гормонов, да, по щитовидной железе, но и идут рассасывающие процессы по поводу узлов, да, эндемического зоба и так далее. Поэтому чем раньше вы заметите какие-либо отклонения, да, тем быстрее вы получите эффект по оздоровлению. Вот, профилактика с закислением организма и старением. В эту графу входят аллергические реакции. Да, сейчас аллергии даже у маленьких детишек в виде диатеза, в виде покраснения щек. Да, это все у нас несбалансированное питание, агрессивные продукты питания, вот, что вызывает и закисление организма, и тем самым снижение иммунитета. Вот, и также апатия, депрессия, нервозность сюда тоже входят. И самая закисленная стадия организма – это онкологические процессы. Также комплекс хорошо, благотворно влияет на нервную систему, успокаивающее воздействие на эмоциональное состояние, устраняет стресс, улучшает сон, дает спокойствие, убирает вот эту депрессию у людей. Вот, поэтому с этого начинается, да, первое, что восстанавливается, это нервная система. И вместе с коралловым кальцием Шисейда совместно с лабораторией Канека Куаш, это международная лаборатория, которая изобрела замечательный комбинированный комплекс коэнзим Куаш. Он считается восстанавливающим, омолаживающим комплексом, который с лактобактериями благотворно влияет на все органы, сосудистую систему, на деятельность многих органов. Да, мы сегодня поговорим с вами, что вообще у коэнзима, можете запомнить, что есть 6 основных функций. И я хочу повториться, что это CoAH. Многие знают его как коэнзим Q10, это его предшественник. CoAH является... У нас такой единственный комплекс, да, где есть CoAH, это первые разработки Японии. Вот, они лучше и быстрее усваиваются в организме. Что дает коэнзим CoAH? Это вообще коферменты. С латыни переводится как убихинон, вездесущий, всемогущий. Он как электростанция в нашем организме, да, вырабатывается в печени, и он дает в первую очередь АТФ, он дает энергию для жизнедеятельности организма, восстанавливает в работу всех органов человека. И это мощный антиоксидант, то есть освобождает и сохраняет наши клетки от свободных форм, от свободных радикалов, да, активного кислорода. Вот. Основные функции также. Он быстро восстанавливает организм при утомлении, очень хорошо помогает спортсменам восстановиться после кардионагрузки, после такой физической нагрузки, регулирует сердцебиение. У кого есть аритмия, у кого есть стенокардия или, наоборот, очень слабый пульс, да? Вот. Повышает выносливость организма, и он разрешен, потому что он не имеет побочного эффекта и не является запрещенным допинг-препаратом. Вот. А особенно на функции мозга. Благотворно влияет, улучшается память, улучшается мозговая деятельность. Очень хорошо видно по пожилым людям, у кого есть склонность к деменции. Вот. И по детям, у которых есть задержки по развитию. Также CoAH устраняет отеки, головную боль и холод в конечностях. Да? Это даже у молодых проявляются такие патологии. Вот. Это все из-за нарушения кровообращения, из-за кровообращения именно мелких сосудов. Так как он еще не только чистит сосуды, он еще улучшает насосную функцию сердца, поэтому кровь качается по всему телу очень хорошо. Также мы коэнзим знаем как улучшение для кожи лица, да, для всего нашего тела, для всех тканей организма, потому что он предотвращает распад коллагена. Это супер, это классно. Улучшается эластичность кожи. Вы увидите, как кожа ваша засияет, станет увлажненной. Да? Вот, и
стимулирует обновление клеток кожи. Также он предотвращает учащенное сердцебиение, одышки, пародонтоз прекрасно лечит. Уже на протяжении первого месяца вы заметите результат по своим деснам. А по деснам и зубам, вообще про твою полости можно очень многое сказать, про наш ЖКТ, про наше состояние сосудистой системы, да, по состоянию нашего кишечника, закисленности организма. Все можно, как сказать, диагностику сделать уже по ротовой полости, по состоянию ротовой полости. Вот в чем отличие. Наглядно посмотрите, чем отличается Q10 и чем отличается QH. Заметили? Добавилось атом водорода, да? Вот вы видите в этом цикле, и это что дает? Быструю усвояемость и не имеет побочных действий, да, и он сразу, когда капсула попадает в кишечник, он через стенки кишечника идет сразу в кровяную систему и начинает уже работать со всеми органами. Делали испытания и на мышах, и на людях, и было доказано, что постоянное применение коэнзима QH не только помогает омолодить наш организм, да, но и продлить его на 10-15 лет. И вы заметите, что при приеме коэнзима у вас снижаются воспалительные процессы, снижается вот искривление позвоночника, да, он даже на это влияет. Почему? Потому что, смотрите, почему подумают некоторые, да, как коэнзим влияет на позвоночник. Наш позвоночник что держит? Мышцы держат. Так как коэнзим влияет на мышцы, он сохраняет тонус вашей спины, тонус ваших мышц, и эти мышцы держат правильно позвоночный столб. Почему идет искривление позвоночника? Потому что увядают мышцы. Не только люди умирают от сердечной недостаточности, когда сердце слабое и перестает биться, да, но и все мышцы нашего организма, они тоже теряют свою функцию, и поэтому и позвоночник уже потом увядает, искривляется, вот, а так как если мышцы у вас будут активные будут, коэнзим QH будет работать не только с органами, с мышцами, но и с сосудами, у вас будет и питание органов восстановится, да, и все нужные полезные ингредиенты, кислород, все будет доходить до каждой клеточки. Особенности очень полезны здесь коэнзим. Коэнзим QH с лактобактериями. Вот, научное название коагуланс, да, называется это из маринованного турнепса, который изобрел Цунао Кисида в центре имени Луи Пастера. И считается в Японии этот препарат, коэнзим QH с лактобактериями, самым эффективным именно препаратом для восстановления работы кишечника. Вот этот комплекс называется у нас Magic Pack. Он идет полугодичный комплекс, в который входят 6 упаковок активного кораллового кальция и 3 упаковки коэнзима QH с лактобактериями. Вы заметили, что коэнзим QH – это капсулы, да, которые нужно запивать внутрь, и они начинают действовать в кишечнике. А активный коралловый кальций – это таблетированная форма, которая очень легко рассасывается во рту и сразу проникает, и сразу тоже действует в кровеносную систему, минуя желудок. Это тоже большое-большое преимущество. И так как он очень нравится деткам, детки его с удовольствием разжевывают, рассасывают, и вообще нету проблем в приеме в детской практике. Коэнзим детям, кто не умеет глотать, и его как бы раскалывают, да, вот, разрезают капсулу. Есть еще на складе такая уникальная косметика Double Luxury, вот, это крем-гель, он является уникальным, так как 28 компонентов трав с экстрактом женьшеня, гриба шиитаке. Вот здесь еще в особенности его состава есть органический германий и сквален. Именно поэтому он универсален, уникален, подходит как и женщинам, так и мужчинам, заменяет абсолютно очень многие по уходу за нашей кожей, да, как и сыворотка, как и молочко, как и крем для, ну, дневной и ночной крем, вот, гипоаллергенен, и вообще его используют как скорая помощь, потому что благодаря такому составу он имеет функцию заживления. И в Японии он продается только в аптеках, считается лечебной косметикой элит-класса. Вот. Также у нас в сфере красоты
является Nutricosmetica for Beauty. Я всем рекомендую уже после 30 применять for Beauty, потому что именно после 30-летнего рубежа у мужчин и у женщин снижается уровень коллагена и эластина в нашем организме, увядает кожа, начинаются первые морщинки. Вот. И так, таким образом, как и ваша кожа, увядают все ткани, сосуды в нашем организме изнутри. Поэтому наша кожа тоже сигнализирует состояние ваших органов, ваших сосудов. Вот тоже на это обращайте внимание. Вот. И он не только улучшает состояние костей, волос и ногтей, да, то есть красоты, он очень благотворно влияет именно на оздоровительные, на само здоровье. Хочу отметить, что здесь 4 главных ингредиента. Пептиды рыбного эластина, пептиды рыбного коллагена. Вот, пептиды – это уже более мощная сконцентрированная формула рыбное производство. Так это дает нам халяль, да, то есть в мусульманском мире используется очень активно. Это высокое качество, лучшее качество эластина коллагена, если сравнивать с животным видом. Вот, гиалуроновая кислота. Она нужна для синовиальной жидкости, она наполняет клетки водой. Церамиды, мозг наших тканей, да, они тоже отвечают за влагу в клетках. Вот, поэтому For Beauty – это дополнительный источник этих замечательных ингредиентов, а также профилактика атеросклероза, то есть чистятся также сосуды, улучшается подвижность, эластичность. Не подвижность, а эластичность сосудов, да, поэтому благодаря For Beauty сосуды сами начинают контролировать именно давление, да, нормализуется давление, потому что сосуды начинают изжиматься, сокращаться, расширяться именно тогда, когда надо. Улучшение гибкости суставов, подвижности суставов, устранение морщин и провисания кожи, улучшение состояния кожи и омолаживающий эффект. Один из топовых продуктов – это суперомега. Вот, суперомегу многие полюбили, и он является именно как препарат сквалена, потому что именно в этой капсуле больше всего сквалена на 60%. Также омега-3 очищенная и натокиназа. Этот комплекс считается комплекс для реологии, улучшает реологию крови, снижает, нормализует давление, обладает большим противоонкологическим действием и благодаря сквалену считается это витамин кислорода, да? То есть он устраняет гипоксию в тканях. А вообще сам сквален – это экстракт из печени глубоководных акул, благодаря которому акулы дышат. Омега-3 очень необходимы, да, они служат для мембраны клеток, улучшают состояние крови, костной системы и так далее. Вот, фермент натокиназа – это один из основных секретов долголетия Японии, и этот продукт используется в Японии более 1200 лет, вот, и именно на то является аналогом, естественным аналогом аспирина. Вот, следующий продукт – Top Force, который тоже полюбили наши партнеры, наши клиенты. Это комплекс для восполнения питательных веществ и витаминов для эффективного снижения веса и профилактики и лечения сахарного диабета. Уникальность его в составе, что он состоит из двух компонентов, из горичника японского и топинамбура. Горичник японский славится хлорогеновой кислотой, а топинамбур, вот, он обладает тоже многочисленными функциями благодаря его составу. У него инулин более 35% содержится, это аналог нашего инсулина. Полифенолы, которые сжигают жир и имеют очень мощное оксидантное действие. Сапонин улучшает иммунитет, пектин снижает холестерин, селен мощный антиоксидант, да? Вот, и цинк, обладающий функцией хранения инсулина. По цинку тоже очень много функций, более 300 реакций он контролирует. Вот. И витамины группы В, активация роста, снижение усталости, выработка энергии. Вот. По поводу... У нас еще также появился на рынке Root Life. Сейчас я вам его покажу. Root Life комплекс появился буквально... В ноябре месяце, и
Давайте я, наверное, его буду так показывать. Угу. Всем видно. Это горный японский женьшень. Он обладает силой, мощью омоложения и восстановления. Этот препарат, он именно был рекомендован научным сообществом. По-другому его называют инутокия. Это абсолютно другое растение, не тот женьшень, который вы раньше знали. Этот женьшень от компании Шисейда, он произрастает на острове Кюсю. И считается это средство секретное лекарство для долголетия и называется трава богов, дарующая бессмертие. В производстве используется исключительно 7-9-летнее растение, корневая и травяная его часть. Что он делает? Он повышает иммунитет, борется с клеточным старением и выводит зомби-клетки, которые очень тяжело вывести. Зомби-клетки – это те клетки, которые перестали делиться. Вот. И чтобы их вывести, на самом деле, очень задаются вопросом многие специалисты. И Root Life это делает. Также он имеет незаменимые аминокислоты, и в его составе более 73 питательных элемента. Витамины группы В, Е, С, бета-каротин, витамины А, минералы, другие элементы, очень мощные антиоксиданты, также коферменты, хлорогеновая кислота содержится здесь. И самое главное его свойство. По Root Life мы его долго ждали. Мы 5 лет добивались у Шисейда контракта на Root Life. И воспользовавшись экономической ситуацией в Японии, Николай Николаевич, наш президент компании, основатель, добился эксклюзивной поставки Root Life с Японии на наш рынок. И по всему миру мы имеем право его реализовывать и рекомендовать. Это замечательно. Я вас с этим поздравляю, потому что Root Life это очень мощный препарат, который даст вам поднятие иммунитета, антибактериальное, антиоксидантное действие, противоопухолевое, противоонкологическое действие, противодиабетическое, снижение сахара за короткий срок у людей, анти-ВИЧ, антивируса герпеса, папилломавируса человека, нейропротекторное, антиатеросклеротическое, то есть очищение сосудов, атеросклеротических бляшек, да? Сосудорасширяющее, противовоспалительное действие, противоаллергическое действие, улучшение при гинекологических заболеваниях и менопаузе. Он дает омоложение как и женщинам, так и мужчинам. Эффект улучшения гипотермии, у кого есть холод конечностей, подавление синтеза меланина и питательный тонизирующий эффект. Вот. И сейчас я вам покажу результаты, которые получают наши клиенты, да? И попрошу подготовиться тем людям, кто хочет с нами поделиться своими результатами. Сейчас я опущу всем руки. Пожалуйста, кто готов выступить и поделиться с результатами по продукции, откройте камеру, я увижу, что вы готовы, и подготовьте ваши микрофоны. Вот, и поднимите руку. По поводу эффективности продукции, очень много результатов по лечению. Именно поэтому, да, восхищенные клиенты уже начинают рекомендовать, работать в нашей компании, помогать своим близким, помогать деткам, взрослым, которые уже давно мучаются заболеваниями. Различные формы кожных заболеваний, потому что на самом деле кожа очень сильно показывает ваши дефициты. Почему вот псориаз проходит по приему активного коралокации и Magic Pack, плюс совместно я рекомендую еще местно Double Luxury for Beauty. Вот, он именно устраняет дефицит, восстанавливается кожные покровы. Вот, это у ребенка была кожа такая, которая улучшилась за несколько месяцев. Здоровая кожа у ребенка, посмотрите, да, какая была, еще раз обратите внимание, какая стала. Вот, у многих детишек, как выпадают молочные зубы. У кого такая проблема, тоже можете поднять руку или написать в чат, у кого не растут коренные зубы.
Очень часто у детишек такое бывает, что выпадают молочные зубы, и потом они годами ждут, что не выходят коренные зубы. Вот-вот-вот-вот. А по сути, молочные зубы должны выпадать, когда коренной зуб уже толкает его, да? Дальше выталкивает, и молочный зуб падает. Вот, по природе должно именно так происходить. Вот, у нас очень хорошие результаты по аутоиммунным заболеваниям. Этот мальчик, Абдулла, если я не ошибаюсь, он с Алматы. У него из-за какой-то реакции по аллергии все это перешло в ревматоидный артрит. У него была субфебрильная температура, месяцами держалась 37,3. Он набрал вес, его посадили на гормонотерапию. Ему было очень тяжело вставать, он практически не ходил. И на приеме нашего комплекса в длительном применении он начал не только вставать, но и ходить, и сбросил вес, снизилась температура, очень многие показатели по здоровью улучшились. Многие страдают алопецией на фоне стресса, на фоне дефицитов сильнейших, да, очень быстро восстанавливается волосяной покров и даже не замечают люди, что у них уже заросла эта лысина. Вот, по костям, по переломам в два раза. Я замечаю, вот кто к нам обращается по переломам, и вместо употребления какого другого вида кальция, который рекомендуют, допустим, врачи и знакомые, они приобретают нашу продукцию, активную кориальную кальций с коэнзимом QH, и у них в два раза быстрее, а иной даже в три раза быстрее идет образование костной мозоли, восстанавливается костная система, и они раньше времени снимают даже гипс. Удивляются даже сами врачи. Такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, витилиго, это все дефициты в нашем организме минералов. Воспаление, акне, да, облысение, ихтиоз. Вот эта девочка, которая очень сильно страдала, у нее не было живого места на своем теле, и после полугода лечения, да, ребенок очистился, восстановилась кожа, и по такому страшному заболеванию, как ихтиоз, люди получили такие хорошие результаты. Вот, это витилиго. Какая была пятнистая рука и какая стала? Выравнивается цвет кожи. По поводу витилиго здесь тоже. Одной коробкой не спасетесь. Здесь нужно длительно применять хорошими дозировками, чтобы восполнить дефициты и выровнять цвет кожи. Вот, пожалуйста, кто сейчас хочет поделиться результатами, поднимите руку, включите микрофоны, камеру. Да, для того, чтобы озвучить свои результаты. У нас каждую неделю появляются все новые и новые результаты. Это радует, это вдохновляет. И поэтому всем советую участвовать на городских презентациях, потому что приходят люди и делятся своими результатами. Я лично пришла в компанию, пока люди готовятся, не стесняйтесь, поделитесь результатами, потому что ваши результаты вдохновят наших гостей, наших партнеров на то, чтобы довериться продукции и получить свои результаты по применению. Я пришла в компанию тоже по своим результатам. У меня лично после двух родов выпадали волосы, была боль в пояснице, в спине, была какая-то вот тоже апатия, усталость. Буквально за 2 месяца я заметила, что мне перестали падать волосы. Общее восстановление в организме я увидела. Но по деткам хочу сказать, что после перенесенного дважды цистита, бронхита, синусита хронических, дети очистились. И после этого мы ни разу не болели циститом. И любой вирус, если даже мы подхватываем, мы переносим это на ногах, без температуры, без каких-либо осложнений. Всегда дома у нас Magic Pack. В любом случае, как только кто-то начинает чихать, мы всегда начинаем пить коэнзимы 2 кальция и в лечебной дозировке пропаиваем ребеночка, и ребенок незаметно переносит какие-либо вирусные реакции, да, заболевания. Вот. И самое главное, я по бабушке увидела
хорошее улучшение, поэтому я в восторге была от продукции и посчитала нужным заняться этим проектом, рекомендовать и продвигать нашу продукцию, которую должны услышать все-все жители, кто долго мучается, кто хочет так же помочь, как и я, своим близким, своим бабушкам, дедушкам, родителям. Вот у бабушки хронический сахар, долгое время уже сахарный диабет второго типа, у нее было воспаление коленного сустава на правой ноге. Вот она даже, ей было трудно даже передвигаться по комнате. Вот мы продавали 4 упаковки в течение года Magic Pack, и на 8-й месяц мне передали видео, как Ажека моя делает зарядку, как она на месте перебирает ногами, танцует. Для меня это были слезы счастья. Вот. А первое, что я заметила у бабушки, вот та рука, которую я показывала на слайде, вот это опять же это рука моей бабушки, вот с левой стороны, экзема зажила за 10 дней. Меня это вообще очень удивило, потому что я много лет уже видела бабушку с такой экземой, которая разрасталась до локтя. Вот. И также мы увидели разжижение крови, осветление пигментных пятен на лице, на коже, которое гарантированно показывает улучшение работы печени. Вот. Ну и результаты моих клиентов-пациентов по всей структуре, по всей команде. Мы видим улучшение по деторождению, да, по лечению бесплодия, по выравниванию гормонов в организме. Такие редкие заболевания, как красная волчанка, тоже идет на улучшение состояния. Вот. Так, дорогие гости, кто хочет поделиться результатом, поднимите руку, я включу вам микрофон. Поднимите, пожалуйста, руку, я включу вам микрофон и передам вам, даю вам только 2 минуты, буквально 1-2 человека. Угу. Не стесняйтесь, я знаю, что каждый партнер, кто пришел в компанию, у них есть о чем сказать, чем поделиться. Вот. Так. Есть кнопка реакции, и там вы можете нажать «Поднять руку». Пожалуйста. Бахадир. Включите, пожалуйста, видео. Видео включите, включите микрофон. Вы готовы? Вы, наверное, случайно, да? Что-то у нас не получается, наверное, у людей выйти на эфир. Поэтому давайте я загляну в чат и посмотрю, кто на что написал. Марьяна, Якутия, давайте включим. Марьяна, готовы? Включите, пожалуйста, видео. У нас есть партнеры даже с Дальней Якутии. Это очень здорово. Марьяна, можно попросить включить вам видео, и я включаю вам микрофон. Так, Марьяна, сейчас. Добрый вечер. Вечер добрый. Угу. Вечер добрый. Вы меня видите? Нет, включите, пожалуйста, на камеру нажмите. Просто видно? Нет. Тут пишут, что ошибка доступа к камере. Да, все? Да, да, там нужно в настройках телефона разрешить mm-hmm. доступ. Ну, можно говорить без камеры. Хорошо, Марьяна. Хорошо. Ну... Доброй ночи всем партнерам, там, гостям, да, нашей компании. Я хочу рассказать о ошеломительном результате, который я получила у своей матери. Я в эту компанию вошла чисто по здоровью своей матери. Когда сказали, что ей осталось жизни 10 максимум дней, у нее отказали почки, у нее после перелома позвоночника были страшные боли. От этих болей у нее был инфаркт сердечный, да, то есть... Ежедневно мы получали очень много уколов, постоянно системы, по 3-4 раза за день вызовы скорой, которая нам давала дышать кислородом, да, то есть отек пошел по всему телу, доходил до легких, соответственно, человеку оставалось совсем-совсем немножко дожить.
И в этот момент я нашла Magic Pack, вот эту волшебную коробку, которая дала мне шанс помочь своей матери. И сейчас, как бы уже, да, скажем, год уже она восстановилась, она сейчас спокойно ходит. Ей нынче летом будет 85 лет. И она спокойно, человек, который 3 года лежал в постели, не мог встать, не мог двигаться, да. Я его сама кормила, одевала, ну вот массаж все делала, да. Сейчас она спокойно ходит, надо помогает же. Мне, ухаживает не только за внуками, и даже за правнуками. Она готовит суп, кормит, моет. Ну вот человек, который долго лежал в постели, сейчас она радуется каждому любому движению. То есть она и посуду помоет, и сварит, и ну, все-все-все на свете делает. А скажите, потому пожалуйста, что... как долго принимали продукт, сколько давали? Так, ну, я давала в лечебной дозе не так много. Она у нас старенькая, была вообще истощенная, вот весовая, да, например, как у ребенка, 38 килограммов почти у нее было, кости и кожа, и поэтому я давала 2 таблеточки утром кальция и 2 таблеточки вечером, и днем куэнзим тоже 2 таблеточки. Ну, 3 дня я вначале по 1 таблетке все давала. Угу. Потом увеличили до лечебной. Да, потом вот чисто по 2 утром на 4 таблетки кальция и на 2 таблетки куэнзима. И после месяца вот такого вот приема у нее восстановилась работа почек. Полностью восстановилась. То есть анализы уже были хорошие. Человек лежал, но почки восстановились. Затем, скажем, через 3 месяца у нее уже была возможность потихоньку садиться на кровать. На 4-й месяц она уже, ну вот под поддержку, когда вот, да, с одной стороны у нее тросточка, с другой стороны я поддерживаю, приходили уже на кухню потихонечку. Она здесь сидела за столом, кушала, а на 6-й месяц она уже занималась. Смотрите, есть вот такая вот тренажер, да, кардио, который велосипед сидя крутят, да? Mm-hmm. Она у меня крутила велосипед и пела, сидела, пела песни. Это ей было, скажем, 85. Нет, сейчас, нынче 85, 83 ей было. И 9 mm-hmm. мая, 9, вот если в январе она вообще уже была при смерти, 9 мая она уже за столом сидела, и в то время, вот во время пандемии, вот через Zoom, через вот это вот онлайн, она смотрела парад. Не только вот, да, у нас в Якутии, и по Москве, и по телевизору. То есть человеку, да, вообще, вообще шикарный. И вот когда я вот пошла в больницу и рассказала, они говорят, ну как ваша мама? Я говорю, так она ходит. Они... пришли к нам за анализами по диспансеризации, они были в шоке, и сейчас приглашают меня, говорят, расскажите, расскажите, расскажите. То есть я сейчас не спасибо, только вот как бы по здоровью, но и на бизнес иду, на бизнес, вот так вот. Спасибо. Долгих лет вашей маме, да, и чтобы спасибо. Дальше радовало вас. Да, и, да, и самое интересное, вот хорошо. только Magic Pack и вот это вот, то есть ничего другого не... Не то форс, если вы еще подключите да, да. еще продукцию из бьюти, пойдут угу. еще быстрее результаты. Я вам советую для бабушки, чтобы восполнить дефициты, обязательно Root Life попробуйте. Хорошо, Марьяна? Хорошо, спасибо хорошо. Большое. Спасибо. Ага. Баян, здравствуйте. Ой, угу. еще раз нажмите. Добрый вечер. Я хочу поделиться своим результатом. Вы уже, я первый раз говорю, вы знаете, этот продукт я вообще полюбила, это самый любимый у меня продукт. Magic Pack и Root Life. Кальций и куэнзим я начала пить в 21-м в конце года. У меня были сильные головные боли, которые диагноз поставили деменция и высохание мозга. Ну, как бы от этого я понимаю, что головные боли такие не могут быть. Там был, наверное, надо было искать другое. И в течение месяца и 3 недель у меня пила 10 таблеток в день. Соответственно, у меня уже пошло ухудшение. Работа была, вес уходил 2,5 килограмма в неделю. И мне сестра принесла, знакома была с Нуршаш, принесла мне этот продукт. Я вначале отказывалась, потом все-таки начала пить этот продукт. Вы не представляете, мне на 3-й день писали головные боли. И много хронических
хронические заболевания, полностью хронические заболевания, хронический отит, гайморит, цистит, аллашкрум, эти хронические заболевания, которые были у аллашкрума, нет. Но был ошеломлительный мой результат, это было по слуху. У меня туголуха 4-й степени. После моего, когда я родила и пропила через недельку, у меня уже был результат. Я начала слышать. Слышать, которые я через стол, например, я раньше за столом могла сидеть и не слышать, о чем говорят. Без слухового аппарата. Но у меня на тот момент получилось так, что 3 апреля у меня сели батарейки на слуховом аппарате. И когда я пришла, и когда на 4-го числа, вернее, презентацию давала аппарата, я не могла батарейки найти. И я поняла, что я слышу. И только тогда вы поняли? Потому что вы аппарат носили, без, не снимая, да, получается? Не снимая я вообще носила. А вот 30-го по 4-го у меня пришлось снять, не было батареек. Я не могла купить его по после Нового года. И потом я вот еще заметила то, что вот сейчас, в данный момент, у меня очень часто такой шум в ушах идет, как будто что-то хр-хр делает там. И у меня еще после этого обострение пошло. Вот на данный момент у меня бывает так, что я вообще не слышу. Но это обострение после Ротлайфа. Ротлайф дает нам, любой продукт дает через обострение. Ну, сегодня заметила, что я уже слышу. Но она кр-кр-кр часто делает мне. Я знаю, что омертвевшая ткань, которую врачи сказали, что никогда слышать вы не будете, аппаратом будете ходить, потому что она сейчас уже работает. Что-то она уже происходит там. Понимаете? И я всем желаю этот продукт пить гостям, особенно гостям, действительно, реально продукт работает. Я честно скажу, я на 100% уверена, что продукт работает на 100%. Поэтому спасибо, всем большое. Желаю здоровья и приобретать этот продукт. Спасибо. Благодарю большое. Всех. На вашем примере, кстати, многие сейчас клиенты пьют именно по улучшению слуха. На вашем примере. И на самом деле это удивительно, как слуховой нерв сейчас восстанавливается благодаря Ротлайфу. А есть еще желающие выступить по результатам? Угу. Анель Васильевна, включили ли звук? Да, я слушаю. Ага. Хотите поделиться результатом своим? Здравствуйте все, да, я поделюсь своим результатом. Меня зовут Анелия Васильевна. В 2020 году я результатом мужа и немножко о своих результатах. В общем, в 2020 году летом мы переболели коронавирусом. Оба, когда не было лекарств. В общем, у него пошло осложнение на поджелудочную железу. Была очень большая опухоль, где-то 8 на 10 на 7 сантиметров. Ему здесь, в Алмате, ставили диагноз рак поджелудочной железы. И вот он съездил 30 августа в Турцию. Там ему этот диагноз сняли. Приехал домой, и где-то 25 сентября мой спонсор Зоя Баратова, она уже до этого 9 месяцев приглашала меня в эту компанию. Я все время отмахивалась от этих падов. Она говорит, ну возьмите. Он услышал, он говорит, давай возьмем. Мы взяли сразу 2 коробки. И пропив 10 месяцев этот продукт, мы пропили за 10 месяцев 8 коробок, у него, во-первых, исчезла совершенно опухоль. Опухоли нет, даже миллиметра не осталось. А сколько нормализовалась опухоль? 8-10 на 7 сантиметров. Сантиметры. Это на мозге? Она выпячивалась прямо, ну, видно было, на поджелудочной. А на поджелудочной железе? Да. Затем у него нормализовалось давление. На данный момент у него 130 на 90. А так было скачущее 200, 170. Упал сахар 5,2-5,5. Исчез совершенно псориаз, которым он болел с 18 лет. Сейчас ему 74 года. Представляете, сколько лет он болел псориазом? Дали организму все самое необходимое, и организм тут же подействовал. Ответил вот тем же. Именно. У него почечная недостаточность, он на гемодиализе.
но на данный момент у него почки потихоньку начали восстанавливаться. Он стал ходить по-маленькому в туалет. Ну, у меня тоже очень неплохие результаты. Даже я сегодня подняла все свои анализы и посмотрела. Вот я в 21 году у меня, допустим, на почках еще была в левой почке киста, в правой почке очень большие камни. И в 22 году тоже уже анализы у меня и снимки. У меня ни кисты, ни камней даже в почках, даже песка не осталось. Также после коронавируса у меня была прободная язва 2,5 сантиметра. Она зарубцевалась, вообще даже шрамов нет, рубцов никаких нет. Вот такие прекрасные результаты. Потом у меня врожденный порог сердца, но у меня клапаны не закрываются, образуются постоянно тромбы. И вот мне тоже вот в 22 году лежала в больнице, мне сказали, коэнзим и этот наш коралловый кальций надо пить пожизненно. Поэтому я всем советую. Спасибо большое, Анна Алексеевна. И на самом деле вы подтверждаете, что уже врачи советуют нашу продукцию. Да, 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 конечно. Постоянно. Это все через врачей, что пить надо постоянно. Вот, поэтому на самом деле врачи уже на протяжении 6 лет появилось ей доверие, проэкспериментировали наши комплексы на своих пациентов, и поэтому, конечно, мы видим очень хорошие результаты. Так, можно мне говорить еще слово? Да, да, вот, конечно. Понимаете, вот многие партнеры, клиенты говорят, вы пропьют одну эту пачку и говорят, ой, мне это не помогает. Вы знаете, болезни, наши все болезни зарабатываются годами. И с одной пачкой вот никому не поможет. Может быть, если вы переболели 2 года тому назад, это поможет. Но когда у вас десятки, 5 лет, 10 лет, 30 лет, 40 лет эти болезни, с одной пачки, естественно, не поможет. Да, спасибо большое. Вы же вот слышите, 10 месяцев 8 пачек мы выпили. 8. Да. Так и выходит. Спасибо. Спасибо большое, да. Анелия Васильевна. Ну, давайте еще послушаем Алму. Да, Алма, пожалуйста, включите видео, если вы готовы. Алма. Все, она ошибочно подняли руку. Еще хотела такие вопросы поднять, что на самом деле вопрос, допустим, вопрос некоторых стоит, да сколько стоит наша продукция. Продукция стоит $375 каждый комплекс, который рассчитан на 6 месяцев, на 5 месяцев применения. При покупке 2 комплексов где-то уходит с вашей карточки $750. Оплачивать вы можете сами, да, никому не перекидывать деньги. Для этого была создана платежная система Beverly Bank, в которую вы можете зайти и через спонсора зарегистрироваться и заказать себе продукцию на дом. Все очень упростили. Интернет-магазин, который позволяет каждому своему клиенту заказать себе упаковку на дом. И в течение 3-4 рабочих дней комплекс будет у вас на руках. Вот. Но знаете, у многих, допустим, вот сейчас по миру, даже, да, вот, даже среди нашего окружения, да, есть такое понятие, как экстраполяция мнения, да, экстраполяция мнения, то есть все болеют, все терпят, и я потерплю, да, если, допустим, все жалеют деньги на себя и как-то и самой неловко вкладываться в свое оздоровление, то есть это копирование мнения. Поэтому я на самом деле призываю каждого не слушать других, а послушать самого себя. Как долго вы уже мучаетесь с теми или иными состояниями? Какую терапию вы уже пробовали? Какие средства вы испробовали? Некоторые, допустим, устали уже лечиться и говорят, очень много на самом деле сейчас предлагается на рынке различных БАДов, различных терапий, очень много. Большой выбор, но что качественное среди них?
Если, допустим, вы знаете и услышали такие мощные результаты по нашим продукциям, да, как вы думаете, вы чем-то отличаетесь от них? Наша система, наша как бы кровеносная система, да, по сути, мы все работаем, живем одинаково, дышим, да, у нас протекают одни и те же биохимические реакции. Но значит, и у вас будут результаты. Только здесь стоит вопрос о вашем решении, насколько вы готовы вложиться в свое оздоровление, насколько вы готовы и как срочно вам нужно выздороветь, как важно вам чувствовать себя хорошо, как важно вам, чтобы ваши дети не болели, как важно вам, чтобы у вас было здоровое потомство, потому что наши комплексы, особенно Magic Pack и Root Life, приобретают именно девушки, которые выходят замуж, мужчины, которые тоже женятся, да, чтобы у них было здоровое поколение, им нужно заранее убрать все свои дефициты для того, чтобы родилось здоровое поколение, здоровые дети, потому что сейчас сплошь и рядом у детишек ЗПР, ЗРР и отставание по развитию. Поэтому, дорогие молодые люди, я хочу сделать большой акцент на то, чтобы мы были более осознанными и ко всему готовились, и делали профилактику заболеваний. Вот. А также у многих есть сомнения. Возможно, вы подумаете, да, что как бы где-то как будто кто-то перехваливает и так далее. Есть такое. У многих моих клиентов внутри у меня у самой были сомнения, если честно. Я очень долго проверяла эту продукцию, очень долго решалась и сравнивала, что может быть, что может быть лучшее есть на рынке. И когда я убедилась, что CoAH, коэнзима, до сих пор нету аналога в мире, я до сих пор не нашла аналога, чтобы в одной таблетке было 60 минералов, чтобы в одной капсуле был сквален, омега-3 и натокиназа. То есть все комплексы продуманные, они многокомпонентные, они решают очень быстро проблемы. И поэтому, чтобы не было у вас сомнений, вы распишите все за и против и посмотрите, самая вишенка на торте в вашем решении, это будет ваша важность и ценность вашего здоровья. И те деньги, которые вы заплатите за эту продукцию, вы будете в первую очередь себе благодарны за то, что вы приняли правильное решение. И, допустим, по своей бабушке я знаю, что ей сейчас 83 года, она сама себя обслуживает, она выходит из дома, ходит по гостям, зовет к себе гостей. Понимаете, она живет качественно, живет радостно и счастливо. Для меня это счастье. И как мы можем, допустим, я ни капельки не сомневаюсь и не пожалела о том, что в нашу семью вошли эти замечательные комплексы. Но также я хочу сделать объявление всем, кто зашел, гости, да, и поблагодарить тех людей, кто выслал вам ссылку на просмотр этого вебинара. Я хочу поблагодарить вас в первую очередь, дорогие гости, кто в первый раз видит и знакомится с нашей продукцией, чтобы уделили 1 час времени для того, чтобы узнать о самых новинках разработок Японии, о самых новейших технологий, проверенных технологий, клинически доказанной продукции, которая имеет все сертификаты качества. На рынке БАДы не обязательно иметь сертификаты, но наша компания очень серьезная, мы работаем с серьезным фармацевтическим заводом Шоседа Фармасеутикал, и мы очень серьезно работаем с клиентами. Для нас репутация, как и для японцев, очень важна. Поэтому качество продукции, качество работы у наших партнеров на высоком уровне. И скажите слова благодарности этим людям, кто поделился с вами этой ссылкой. И также хочу сказать анонс, что наша продукция заложена в компании, что вы можете пользоваться абсолютно бесплатно и кормить себя и свою семью, если вы станете партнером компании, если вы будете лояльным клиентом, да, и компания выделяет бонусную, создала бонусную программу именно для наших благодарных клиентов. Именно об этой системе вам расскажут спикеры завтра. Поэтому следите за новостями. Спросите, пожалуйста, попросите, чтобы скинули вам ссылку на завтрашний вебинар ваши партнеры, люди, кто с вами поделился с этой ссылкой. А так, до новых встреч. И сейчас я давайте открою чат. Возможно, у кого-то постоянно в чате пишут вопросы, да? Вот, и... Ну, здорово.
все благодарят наших спикеров, кто поделился результатами, да? Вот, все благодарят Николая Николаевича. Смотрите, сколько сердец шлют наши партнеры с разных городов, с разных стран. И Беверли объединяет весь мир, объединяет города, объединяет народы и дарит людям на самом деле энергию счастья, благодарности и любви. Всего вам доброго, счастья вам, здоровья и долголетия. До свидания.